Абонент недоступен. Оставьте сообщение так, после сигнала. Так, это у нас диспетчер, написано круглосуточно. Так, еще один телефон. Еще один телефон звоню. Написано аварийная служба круглосуточно. Трубку не берут, не берут, не берут. Это моя управляющая компания. Специалист ЖКХ. Круглосуточно не хочет работать. Ну, сегодня же суббота. Ну и что? Воды-то нету. Надо воду как-то давать. Да, не дозвониться, в общем. Понятно.